Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты. Значит, что у нас? Еще один способ зарядки четырех этих банок аккумуляторов стерео, раз, два, три, четыре, соединенных последовательно методом умножения. Применяется тоже, ребята, тот же выпрямитель универсальный, вот он. 24 вольта, 0,1 ампера. То есть высокое напряжение и низкий ток. По этому методу мы сейчас заряжаем эти аккумуляторы. Как видите, потребление нулевое, ноль. А заряд идет вовсю. Сейчас покажу. Вот вы видите табло. Табло вольтметра. Должно быть видно. Видите, уже 13:25, 13:29, 13:30. Сейчас, пока не вышло 13:31. Подождем. Начинает выходить. Вышло. Тут надо взять нормально. Как видите, уже 13:31. Просто брал неправильно. То есть заряд идет, еще потом посмотрим. Сейчас покажу схему. А потом еще проверим, как заряд идет. То есть было у нас 12 где-то, а сейчас уже 13:31. Схема у нас, в принципе, уже зарисована. Что я рисую опять? Вот она, ребята. Бесплатная зарядка батарей.
вот таким новым способом. 24 вольта, 0,1 всего ампера. То есть батарея заряжается самозапитом. В каждой батарее 160 ватт. 160 ватт. Четыре штуки, это будет 200 и 600, и 200, так, 400 и 240, 640, 640 ватт. Заряжаем, ребята, значит, бесплатно, мощностью 24, 0,1 ампера. Почему так происходит? А потому что ток поступает сюда, и тут же батареи дают назад реактивный ток. И токи, ребята, сравниваются. То есть он только напряжение поднял и назад. Напряжение поднял и назад. То есть ничего он не дает, никакого тока, только поднимает напряжение. Он только его поднял, раз, это погасило напряжение батареи. Потому что здесь-то 12, а здесь 24. И на разнице идет зарядка на самозапите. Как видите, расход нулевой. То есть это у нас вот этот зарядник, ребята, видите, я уже его сегодня с утра на лампах, сейчас на зарядке аккумуляторов отрегулировал. То есть надо искать вот такие зарядники, чтобы высокое напряжение было, но низкий ток. Можно еще, чем выше напряжение, ребят, тем больше вы можете соединить место умножения батареи. Если будет, допустим, 48, вы можете это поставить, а не по 4, 12 штук. 12 батарей. 48 и 1,1 ампера надо. Будет 12 батарей. Понимаете? Вот в этом-то и соль вся. Такая схема, она без реле. Есть нагрев на этом корпусе, но, как я говорил, сюда можно ложить. Сейчас я покажу, что я ложу. Вот это, ребята, мы ложим сюда. О. Вот так ложим. Все, видите, положили. И горячее стекает сюда. Чтобы не перегревалось. А сейчас проверим. Проверим на опыте. Насколько заправилось, пока мы писали схему. Было 13.31. Сколько сейчас? 13.32 уже, видите. То есть заправка идет довольно быстро. За пару минут уже на 0,01 поднялась. То есть за час-два мы зарядим его полностью. Благодарю за внимание. Если есть вопросики, пишите в комментариях. Всем удачи и стального здоровья.